Следующие 2 часа эти две команды будут строить поезд Чо-Чо Чарлис в Биотабо. Ну а я с экспертами будем смотреть все это дело и оценивать. Поехали. В первой команде у нас Ватрушка и Паштет. А во второй команде Агуша с боссом. Посмотрим, кто из вас построит самую крутую постройку. И вот мы, эксперты. Мы, короче, будем оценивать все постройки и смотреть, что получается. А, точно. Так, я включаю таймер, пью. И строительство начинается. Эксперты, что будем делать? Нам нужно делать что-то экспертское. Ну. Так, эксперты, давайте соберемся. Уже прошло 30 минут. И давайте посмотрим, что за Чо-Чо Чарльзы получаются у участников. И что они тут делают? Есть. Начало паровоза. Да. Мы имеем пальму. Пальма. Так, здесь у нас, смотрите, это какой-то паровоз. Кажется, что это есть Чо-Чо Чарльз. А вот пальма зачем, я вообще не понимаю. Это будущая елка. А, мы все думаем, что это пальма, а это оказывается елка. Да, кстати, елка красивая. Давайте посмотрим, что у другой команды получается. Залети за мной. Я вижу. Здесь у нас, да, тут много-много рельс. И паровозик вот такой, квадратный почему-то. Похож на Амугус немножко. Ну и как думаете, где больше прогресса? 10 рельс. Поезд без рельс, это не поезд. У него вообще лапы, у него даже нет колес. А, ну тогда больше прогресса в черной команде. Да, домой. Ай. Аня не пробита. Аня пробита. Ой. Наполняющие ухи за огромное количество лагов. Сейчас мы убираем. А, зачем мы сейчас убираем? Ну, телефон горит. Прошли еще 30 минут, давайте посмотрим, что тут изменилось. Ватрушка сделал куст. Это куст? Прикольно. О, смотри, рельсы обновились, тут теперь на них грязь есть. О, целых 30 минут понадобилось на то, чтобы поставить грязь. И сделать вот этот куст из 5 болтов. Да. А здесь что с поездом? На нем болтики теперь есть. Ну да. Прикольно. Да подумаешь, Дора на 1000, подумаешь, Катюша на 1000, подумаешь... Стенка на 18 тысяч. 18? Да, елка, смотри, какая красивая. Труба, а там эти гвоздики есть. Что лучше? Ну смотри, труба это там его лицо находится. А болтики, я не знаю, зачем они. А ты не смотрел картинку, что ли, его? Нет, я смотрел. Что пират об этом думает? Елка, и все. Это больше ничего не изменилось. Это что за звезда Давида? Я не понял. Я забыл, как сделала речь с луком и карри, пожалуйста. Сейчас я тебе покажу, как надо. А, что за мной, смотри. Запиши. Всё, я записываю. Ага, меня спасать не надо, значит, да, надо записывать. А кто-то нам попросил записывать. Я вернулся. Знаешь, зачем мы сюда пришли? Чтобы смотреть, что они здесь делают, короче. У них еще 40 минут осталось, это много. Они травы даже сделали. Ага, началось. Ну ладно. И камушек. О, смотри, какой красивый камушек. Ух, сейчас находится на реально таких напратненьких рельсов, квадратный камушек. О, смотрите, какой красивый камушек. Да, камни красивые, а вот все остальное не особо. Это уголь? Что? Я думаю, это камни, ну все, никаких 10 из 10. Причем паровой. А, кстати, да, мы забыли про поезд посмотреть. Потом тут трава да камни, а где поезд сам? Парочная коробка. Да. А, кстати, почему у этой коробки нет страшных ног, страшного лица, страшных этих... Давай-ка посмотрим, что там у противоположной команды. О, смотри, реально, тут рельсы появились. О, тут много камней, очень много камней. Это гравий. Ни у кого натуральных камней, что ли, нет? О, смотри, какая елка красивая. Я Агуша строил? Да. Агуша, ты становишься профессиональным строителем. Дай 5 мне, помнишь, как мы давали 5 на битве строителей? Все, дай 5. Пират, а кстати, как тебе вот этот гравий и елка? Ничего удивительного. А, смотрите, какой поезд у них. У них он вообще проработал. Они даже сделали болтики. Ты гораздо красивее. А давайте сейчас две команды встретятся. Короче, стройте быстрее, мы устали. Да. Да, мы все устали, нам нефиг делать. Так, все, это то, что хотели сказать эксперты. Теперь я скажу. Садитесь все. Агуша, что ты хочешь пожелать своему сопернику? Это был пират, я пистолет держал. Я хочу, чтобы... Наши соперники построили хорошо, и мы смогли нормально посражаться. Ты как думаешь, кто победит? Вы или они? Не знаю. Ладно, можете возвращаться к своему строительству. Это все был отвлекающий маневр, чтобы уменьшить ваше время. Я готов продлить ваше время на целых 2 секунды, если надо будет. Ваше время пип
Все, за меня уже и речь говорят, я вот вообще кому-то не нужен. Тоже судьи, такие же. Эта команда дисквалифицирована, все, бан. Крутые судьи вообще. Так, теперь давайте моя очередь говорить. Мы пришли в красную команду, и это Чо-Чо Чарлис. Рядом вот такой вот фон, смотрите, красивый здесь. Трава, камушки. Такие огромные елки. И сам поезд, где болтики, круги. И самое главное, его лицо. Смотрите, какое оно красивое, да? Реалистично. Вот прекраснейшее лицо. Только из-за этого можно 10 поставить, да? Смотри, какие красивые рельсы. Кто их строил, это очень крутой строитель. Ёлки из ёлок. Интересное решение. Да, ёлки из ёлок. Так, ладно, можете комментировать, эксперты? Комментирую. Короче, ноги прикольные, корни. Видимо, тут был уровень земли выше гораздо. Сол просто 10 из 10. Давайте оценим этого Чо-Чо Чарлиса. Типа настолько, который... Ай, ну, пират. Я поставлю 7. Ну, обосновываю. Потому что лицо дальше не доделано длину поезда. Так, теперь Арконус. Ну, что мне тут сказать? Поезд прикольный. Ну, смотри, тут еще рельсы есть и елки. Много чего есть. Ёлок это просто великолепно, но они какие-то лицо. Ну, просто посмотрите, ставлю 2 из 7. 15 из 30. Теперь я. Рельсы очень красивые, трава тоже, камушки тоже, веточки тоже. Ёлки очень тоже красивые из-за корней. Поезд, я не знаю. Тут у него дно какое-то странное. А про лицо я лучше вообще промолчу. Я думаю, фон, да, красивый. Сожру, если 10 не поставишь. Я ставлю 8,5. Ну, 23,5. Да, 23,5. Так, получается, этот Чо-Чо Чарлис набрал 23,5 очков. Давайте пойдем во вторую команду. Почему вы не делаете лицо? Это самое первое и самое важное. Самое сложное, но... Вот когда экзамены будешь давать по русскому языку, поймешь. То, что сначала делаем легкое, потом делаем самое трудное. Так, короче, ну вот тут детали есть, более красивая кабина проработанная. Ноги, они не совсем правильные, какие-нибудь такие мясные, типа. Не было времени. Что могу сказать, ну тут 8 баллов, потому что больше деталей и так далее. Так, теперь Арконус. А если смотреть на фото, у вас почти то же самое, но не знаю, мне почему-то тот как-то больше понравился. Эта постройка мне нравится, потому что, смотрите... Почему мне нравится? Тут, смотрите, много камней вот таких больших. А камушки это красиво. Камушков ну, должно быть много. Ну, здесь, смотрите, какая детализированная елка. Мне елка прям очень нравится. Сам поезд, у него тут очень много деталей. Но ножки, да, чуть-чуть не такие. Ну, хотя его лицо мне даже больше нравится, чем предыдущее. Вон там просто поезд, он стоит. Он даже к рельсам никак не относится. А смотрите, здесь он, типа, смотрите, он тут на камушках стоит, а здесь он опущен. Типа вот он наклонен, потому что он поднялся на камушки, видите? И поэтому я ставлю 8,9. Так, и эта постройка получила 25,9 очков. А вон та 23,5. Ну что получается, у нас победители, черная команда босса Ягу. Пусть подписчики напишут в комментариях, чья, по их мнению, короче, постройка круче. Что-то хотел сказать, я забыл. Сейчас. На этом эта битва двух команд 2 на 2 заканчивается. Спасибо за участие боссу Агуше, Паштету, Ватрушке и Арконусу, Пирату и мне. Вот, кстати, прошлое интересное видео. Всем пока. А если вы хотите увидеть сюрприз на 100 000, то подписывайтесь на канал. Всем пока.